15 ноября в Евангелической лютеранской церкви Святой Марии выступит Джонатан Эмбри. Музыкант – один из самых известных американских органистов и композиторов. Этим летом Джонатан уже выступал в России, однако в Ульяновске музыкант впервые. В России я не впервые. Прошлым летом я давал несколько концертов в разных городах. Я думаю, это невероятная страна. Мне очень нравятся здешние люди. Музыкант работал во многих церквях США в качестве органиста и музыкального директора, но ульяновским органом был впечатлен. Этот орган достаточно уникальный. Я впервые вижу такой инструмент. Очень уникальный дизайн. Мне нравится играть на нем, нравится, как он звучит. Концерт пройдет при участии солистки филармонии Алены Гуляевой в программе сочинения немецких и французских композиторов. Завершится органный вечер импровизациями и произведениями самого Джонатана Эмбри. Лисан Фехридинова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.